Получить российский заграничный паспорт со следующего года станет проще. Об этом сообщает «Российская газета». Срок оформления и выдачи главного документа сократят с 10 дней до 1 часа. Кроме того, планируется убрать из анкеты на загранпаспорт раздел о сроках и местах работы. Соответствующие поручения Федеральная миграционная служба получила вчера по итогам заседания правительственной комиссии. Служба уже разрабатывает поправки в нормативные акты и собственные регламенты. Свои предложения миграционщики представят к 15 декабря.